Привет всем на нашем канале. Итак, один из самых доступных моментов в подарочные моменты, так или иначе, и каждому человеку приемлемо, прежде всего, это по ценовой политике. Каждый фактически в просторах интернета может для себя найти это бочонки, которые предоставляются либо 0,25, либо по большому счету литровые. То с одним словом, к чему я это все веду? Я веду к тому, что они являются приемлемыми и доступными. То есть каждый человек фактически их себе может позволить. Что мы сейчас делаем? Значит, для себя берете, так или иначе находите бочонок, нашли. Берете, мы пользуемся исключительно, это спиртовая морилка. Кто-то другой, значит, пользуйтесь другой. Это не критично, но мы используем спиртовую. Используем цвет дуб, потому что согласно тому, как я вижу то или иное, мне, допустим, не нравится цвет ольха, мне не нравится цвет сосна, потому что эти цвета больше рекомендационны, это прежде всего что? Комбинировать и совмещать. Однотонность мне больше нравится. Либо система теней. Берете определенно кисточку, то есть вы ее взяли для себя. Каждая кисточка, которая прежде всего предоставляется, которую вы купили в магазине, желательно вашу кисточку, когда вы распаковали, вы ее купили, что вы сделали? Вы ее уложили на досточки, взяли вашу месточку и вот здесь для себя удалили края. То есть сделать ее так как бы остренькую, чтобы она у вас сильно не была распушистая. То есть подготовили кисточку, взяли и поэтапными действиями вы берете, равномерно производите раскрашивание, не торопясь. Здесь мы можем разыграть разными цветами. То есть применить по большому счету еще цвет, допустим, более мягкий на окантовочке. Оно будет смотреться очень красиво в сочетании. Даже можно фактически кантик наш не резать. То есть мы можем затронуть вот здесь, в центре нашей оформительности. Итак, что у нас получилось? После раскраски мы использовали цвет дуб, использовали спиртовую морилку, по большому счету вишня. Разыграем эти моменты по оформительной части чуть иначе. Ну, для соотношения вы поняли, вот вы фактически увидели, что у нас вышло. Вот здесь забыли покрасить, хорошо. Давайте на одной части оформим быстрым, доступным способом. Как мы это сделаем? Получается, поднимаем прорезной флажок, но хочу сразу обратить внимание. Но уже руководствуясь определенным опытом, многие резчики, как правило, сразу же определенную линию отбивают чем? Это фактически проходит уголками. Наша система, которую мы применяем, отличается ровно тем, что мы сначала образовываем что? Прорезаем линию. Здесь проработаем через одну, чтобы своеобразно представить, что вообще получается. Не всегда, как ранее говорил, целесообразно это все заполнять. Делаем вот так, как легкий полукруг. Хочу вам сказать, что идет очень туго. Что на липу это не похоже. Следовательно, поднимаем уголок. Здесь проработаем. Вот так вот полукруг уголком. Легкий изгиб. Еще не совсем подсохло. Берем, получается, полукруг, вот здесь ставим отметочки. Поворачиваю, специально показываю, пальцы лежат. Это специально показываю для тех, кто скажет, что, допустим, руку я вот здесь опасно держу. Здесь в данном случае рука находится не опасно. Почему? Почему? Потому что, как вы уже ранее знаете, пальцы фиксируются и минимизируют травматизм.
Также скажу для тех, у кого здесь есть определенная кромка, для того, чтобы более эффективнее проходила ваша полукруглая стамеска, необходимо что сделать? Фактически убрать эту кромку. То есть должно быть ровненько. Это если говорить о практике. То есть такие отметочки вы делаете фактически по всей окружности через одну. Здесь можно разветвление сделать от центра. Можно сделать, более будет оригинально смотреться, если от угла. И вот здесь выходим на нет. А так вот контурно красиво показываю. Закрепляем контурно. Вот так. Раз. Вот так. Два. Вот так вот. Три. Вот так вот эстетично показали. Вот здесь кусочек. Вот сюда. Такая прообразная веточка. Есть. Здесь у меня просто под рукой нету. Берется очень маленький полукруг. Полукругом точечки. Вот здесь очень оригинально получится. Красиво совместим. Не торопимся. Есть, то есть произвели рассечение именно от этой части. Вот здесь. Вот так. С поворотиком. Пальцы лежат. Однозначно. То есть, как я вам ранее говорил, 100% адаптируйте себя на предмет чего, чтобы ваши пальцы лежали. 100%. Вот здесь нам необходимо произвести рассечение по направлению в имеющуюся линию для преобразования. Вот так. Аккуратненько. Таким образом показали. Вот здесь показываем кусочек. Именно вот здесь перевернули. Вот здесь рассечение. Рассечение. Почистили. У меня здесь походу липа попалась ужасная. То есть получается, вот так вы оформили, и вот так вот у вас примерно должно получиться. Если направление по всей окружности будет вот такие веточки, то нам вот здесь нецелесообразно фактически на каждом отрезке показывать. Нам целесообразно здесь показать через одну построение. Здесь вот так вот берем. И вот так. Через одну. Вот так вот. Здесь дотянуть. Через одну показали. Нужно это сделать, соответственно, все гораздо глубже.
То есть, понимаете суть. Точно так же и здесь. Но здесь окантовочку можно так показывать, контур, но можно так не показывать. Здесь можно сыграть на выход. Именно вот. Вот такой отметкой закрепляю. Сами края. Здесь кантик. Показываю чуть иначе. То есть визуально вы бьете по центру. То есть глазомер ваш должен быть именно развит. Показали направление. Если у нас идет фактически в эту сторону, следовательно, нам через одну, чтобы сделать не логическую елочку, если мы сами посудите, к примеру, вот здесь сделаем то же самое, ну да, будет сочетаться, но чуть не так, то есть здесь нам необходимо сделать наоборот, от этого края к половине. То есть разноска чуть другая. То есть есть через одну. Вот здесь. Сейчас. Угу. Вот здесь. Такой вот поворот. Вот такой вот поворот. Вот так, как говорится, именно контурно поводили туда-сюда. Ну, именно посредством туда-сюда, вот так у вас оформительно. То есть, можно оставить и так, просто аккуратненько кантик показать, сам раскрас уже сам по себе, всю оригинальность. Вот здесь, вот это счастье показываю. То есть показали. Верно, верно. Это три части, идем к центру сюда. Показали. Раз. Перевернули. Поворот сюда. Следовательно, отсюда сюда. Отсюда сюда. Точечно. Yeah.
теперь производите. Чтобы вообще не вращать, по большому счету, можно занять одну позицию и, допустим, по направлению, чтобы не крутить, произвести одно действие. Как вы видите, получается вот такой вот контурный узор у вас получился. Теперь именно на самом шве по примыкательной части нам необходимо просто показать. Вот так. Вот так. Ну вот почему стамеска не может уйти, понимаете? Потому что пальцы лежат. Получается, оформительная часть есть, есть. Допустим, цветовая гамма разнесена, да, допустим, дуб, спиртовой и конкретно вишня. Давайте чуть-чуть придадим. Подтемним вишню, она очень оригинально будет смотреться. Вот такой темноватый пантик делаем, потому что, допустим, именно подача огня очень оригинально смотрится еще с чем, когда используется, допустим, та или иная морилка. Просто многие, как правило, этот принцип не используют. Хотя рекомендационно использовать. Почему? Потому что вид сразу набирается кардинально вообще другой. Не смотрится иначе. Теперь вот здесь слегка легонько делаем обжигание. Вот так вот темним. Именно темним. Вот так. Хорошо. Вот так. Хорошо. Вот так. Вот так. Так. Вот здесь слегка, слегка. Вот здесь ручка, она сама дубовая, но под цветом вишни находится. И так хаотично проходя, тем самым мы покажем, что саму именно текстуру. Потом многие пытаются догадаться, что это за совмещение цветов. Именно.